У нас тут резко настала зима. Прям очень-очень резко. Я уже думал, все, пора убирать зимнюю щеточку до снега куда-нибудь подальше. Но, оказывается, нет. Вчера вовремя приехал домой и повалил снег. Прямо буквально через 5 минут. Весь вжиг в снегу. Шевролетик тоже весь в снегу. Вообще, я планировал сегодня поменять свечи в нем, но не знаю, как это у меня получится, потому что в такой снегопад не очень хочется это делать. Но попробуем. Ладно, сейчас очищаем ее от снега. Ну, а дальше посмотрим. Ну что, машина от снега почищена, только ее верх. Сейчас снимаю вот эту вот крышечку и добираемся до свечных колодцев. Выкручиваем свечки, меняем их, ну и посмотрим на их состояние. Так что погнали. Снимается она, в принципе, элементарно. Ключик на 8 нужен. На 8. Нет, не на 8. А на сколько? На 10. Срываем их. И от руки откручиваем. Ну, думаю, так. Болтики, 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 болтики кладем, так, чтобы их не потерять. Так, сюда нам нужна отвертка. Гаечка. И здесь, я думаю, тоже. Хватает сил. Через трясочку. Сняли. Так, ну что, в принципе, все готово. Я думаю, мы по одному будем выдергивать. Выдергиваются они элементарно. Прям вот так вот за эту штучку так вот хлоп, потянул. И все. Почему не с первого? Ну, просто так решил. Берем ключик и выкручиваем по одной свечке. Проблема в том, то, что у меня здесь, в этом свечнике должна быть резиночка уплотнительная, которая цепляется на свечку.
и позволяет ее вытащить оттуда. У меня этой резиночки нет, соответственно, я не знаю теперь, как вытащить. Свеча вроде открутилась. Пойдем другими способами немножко. Так, ну я нашел способ, у меня лежал вот такой вот ключик, вот она, свечечка. Да, состояние, конечно, ее не очень, плюс еще в масле она вся. А это значит то, что прокладка клапанной крышки течет. Я думаю, в ближайшее время мы закажем прокладочку и либо самостоятельно, либо на СТОшечку сгоняем, поменяем. И не думаю, что это сверхъестественно. Все, свечку старую мы убираем, берем новую. Новая у нас... Новая у нас Bosch. Bosch. Хоп, все чистенько. Старую вытаскиваем. Да, ей немножко печально. Вставляем новую. И закручиваем. Аккуратненько. Сильно не затягиваем, так вот, прям чуть-чуть, оп, и все, и одеваем обратно катушку, так называемую. Защелкиваем, и то же самое делаем с остальными четырьмя. По очереди. Длинная резьба у нее вообще руками не получается. Ёб твою мать. Это тоже вообще он вся в масле. Надо срочно. Срочно. Видите, смотрите. Прям вся. Сейчас это все пойдет в цилиндр. Машина начнет дымить. Это не есть хорошо. Так что в ближайшее время я поменяю. Затягиваем. Да, все, больше не тянется. Нам больше не надо. Запихиваем это все обратно. Тук. Погнали то же самое делать с остальными двумя.
Ну, это чистое. Мне меньше масла, чем в первом цилиндре. Также мы ее демонтируем. Берем чистую свечку. Не пачкаем ничего. Быстрее, быстрее, быстрее закручиваем, пока сюда не накидалось снега много. Схватываться. Все, ногу не тянем. Скорее всего, тут алюминиевый блок. И это не есть хорошо. Я не знаю, какой, кстати, блок. Кто знает, напишите. Такой блок у Chevrolet Captiva. Сотка, по-моему, это. 2.4 двигателя. Здесь тоже он все в масле. Там масло стоит в цилиндрах. Первый, четвертый. Ну, самый ослабленный, наверное. Поменяем. Может быть, получится на этой неделе. Сейчас придем, закажем. Сейчас посмотрим, что тут. Ёп, твою мать, она тоже вся в масле. Прям жутко, жутко, жутко. Попробуем завести ее. Не знаю, как это получится. Точнее, это должно получиться. Оп. Здесь была гаечка, нажали. Прикрутили. Здесь у нас шпилька почему-то крутится, но нам это важно было, чтобы все держалось. Все протянулось, сильно не усердствуя. Ну зачем это надо? Все, болтики от руки наживляем, чтобы меньше крутить. Даже солнышко выглянуло, радуется. То, что мы поменяли свечки наконец-то. Все, сейчас первоначально. Побыстрее, побыстрее, надо сменить
прокладочку. Не думаю, что это что-то критичное будет. Долгое. Все, убираем. И сейчас идем делать небольшую доработку с коронавирусом. Дорогие друзья, мне приехали вот такие вот штучки. Заглушки на дверные болты. Да, мелочь, но приятно. Пробуем тогда это все ставить, устанавливать. Посмотрим, как это все получится. Думаю, ничего сложного. Остается еще 4 штуки. Это в одной упаковке. Да, мне кажется, это вот сюда вот все надо ставить. Ну-ка, посмотрим, как оно. Опа. А, прикольная тема, кстати, для перекупов. Фиг поймешь, что срывали резьбу или нет. Ну, стоят такие заглушки, стоят. Многие не будут заморачиваться снимать их. Поэтому, не люблю перекуп, но так, пришла в голову просто такая мысль. Это готово, пошли на другую сторону. Тидинь. Воу. Знаю, надо чистить снег перед тем, как дверь открыть, но ничего страшного, я думаю. Так сказать, высохнет. Вываливаем. Кому надо, кстати, пишите, оставлю ссылочки. Описание. А эти меньше. Не понял. Не понял. Они сюда не подходят. А для чего вот эти тогда? Короче, было две упаковки. Не знаю, либо двери разные, либо еще что-то. Пойду посмотрю. Оказывается, они разные. Это больше, вот как раз сюда подходит. А те, вторая упаковка, они меньше. Видите, это сюда налазит. Эти нет. Явное отличие. Ну, что тогда куда-нибудь придумаю. В принципе, все. В ближайшее время, ну, помыть это понятно, я планирую поменять магнитолу, потому что штатная вообще никак не устраивает. Первоначально заменить прокладку клапанной крышки, и все. И в скором времени мы поедем на ней в Беларусь. Посмотрим, как она себя ведет, ее средний расход, сколько денег мы потратили, где побывали. Все, всем спасибо, подписывайтесь на канал. Так, кстати, друзья, я нашел, куда можно приспособить эти маленькие заглушечки. Вот сюда вот, на ограничители дверей. Стоят очень хорошо и не мешают при закрытии двери. Все прекрасно, так что я думаю, я закажу еще несколько комплектов, чтобы вот сюда вот поставить. Сюда вот на эти двери, на все остальные. Ну, будет смотреться симпатично, ничего более.